Победа в гостях, она всегда дается с большим трудом. И сегодня нам пришлось выдержать много борьбы, которая была особенно после того, как мы остались вдесятером. Хозяева стремились исправить ситуацию. Вот. Но нас порадовало то, что ребята в этой борьбе не уступили, не допустили грубых ошибок. И даже оказавшись в меньшинстве, в принципе, мне кажется, показывали достаточно интересную игру, создавали напряжение у ворот соперника. Я думаю, даже в этих моментах присутствовала напряженность даже и у ворот команды хозяев. Показалось, после незабитого пенальти немножко у вас расслабились действия, нет? Ну, конечно, мы очень огорчились. Тем более, что получили практически, наверное, через 1,5-2 минуты ситуацию своих ворот, пенальти. Вот так бывает в футболе. Создаем опасный момент, не реализуешь. И вот это вот действительно психологический какой-то момент, он был дисбаланс. В состоянии игроков они допустили ошибку. Калуга в кубковом матче, когда вы победили за счетом 4-0, и сегодня эта команда сильно отличается? Ну, сегодня нам было сложнее, чем в кубковом матче. Видно, что команда проделала большую работу. Она не зря находится в таблице достаточно высоко. Вот, и здесь видно, что команда сделала шаг вперед. К судейству есть какие-то вопросы или нет? Вы знаете, но матч был такой, что действительно было много столкновений, и там, может быть, вот эту грань, где умышленный фол, срыв атаки, или это фол, который случается в игре повсеместно, наверное, судье было действительно трудно. И то, что вот он нашел себе смелости в том моменте, где не было нарушения, которое тянуло бы на желтую карточку, он изменил с помощью своих помощников свое решение, которое, возможно, он хотел принять. Я думаю, что это делает только честь арбитру, потому что иначе было бы совсем несправедливо. Главное принимать правильные решения, пусть они будут для какой-то команды, например, тяжелыми. Но главное, чтобы это было по ситуации, тогда, я думаю, вопросов никогда не будет возникать ни у кого. Михаил Сергеевич, не забивал Рома до этого пенальти, Антон не забивал. Как вы определяли, кто будет пенальтистом в конкретном поединке? Вообще, так всегда перед игрой называете конкретную фамилию? Вы знаете, у нас пенальти случаются так редко, что мы говорим о других моментах обычно, на установках. И я думаю, что теперь-то мы этот вопрос тоже обсудили с своими товарищами, что у нас есть кому, в принципе, пробить здесь. Ну, Рома взял на себя эту ношу, к сожалению, он ее не потянул, но, тем не менее, он участвовал в моменте, который способствовал взятию ворот, когда мы забивали первый гол. Он поборолся, ценой там травмы. Вот, конечно, на будущее мы уточним момент, и я думаю, что мы будем это решение обсуждать не на поле там между собой, а в раздевалке. Верно ли ощущение, что Калуга где-то удобно для нас соперник, потому что команда не имеет такого большого количества таких великанов, огромных футболистов, как некоторые другие команды. Проповедуют тоже, в общем-то, быстрый футбол, как и мы, и поэтому вот как-то на встречных курсах играть нам поудобнее, чем некоторым. Ну, наверное, я с вами соглашусь, что особенно поначалу как-то мяч внизу держался, вот и команда играла не только верховыми передачами. Просто, видимо, когда уже мы оказались в меньшинстве, команда больше имея в виду опыт наших поражений. Ведь нас тоже изучает соперник, я уверен. И они помнят, что мы верховую борьбу очень часто проигрывали, играя против таких игроков, например, Хазов, высокорослые в других командах. Поэтому каждая команда выбирает свой путь для достижения успеха. Но я хочу сказать, что действительно поначалу было достаточно и трудно играть, и одновременно удобно, потому что все-таки мы вот скучаем, честно, по футболу, когда хочется поиграть в футбол с командами, вот все-таки
где мяч все-таки находится большую часть на траве. Вот. И, в принципе, Калуга к таким командам относится. А здесь то, что удобно или неудобно, здесь просто сегодня реализовали то, что смогли. Могли, может, еще забить. Вот. Но, тем не менее, сегодня у нас реализация была выше, чем в других матчах, в которых мы также имели моменты и не уступали сопернику по игре. И поэтому мы очень рады, что Калуга, который хотел реванш взять, я думаю, после поражения, и мы все-таки одержали победу в этом напряженном матче. Но я думаю, нашим ребятам это большой плюс и стимул к дальнейшему прогрессу.